Сегодня я буду проповедовать на тему Рождество, потому что у меня просто больше не будет возможности проповедовать об этом. Седьмое число попадается на помазание, у меня не будет возможности, поэтому сегодня я буду проповедовать на тему Рождества. Давайте помолимся. Отче Небесный, спасибо за сегодня, спасибо за все то, что мы видели, спасибо за все то, что мы слышали, спасибо за Твое присутствие, спасибо, что Ты здесь, Ты с нами, и Ты дальше будешь вести нас. Спасибо за Йоку, спасибо за возможность благословлять людей, прикасаться, влиять позитивно на людей. Боже, спасибо, что Ты строишь Твою церковь, и врата ада никогда не одолеют ее. Люблю Тебя, мы любим Тебя. И в этом короткое слово прошу, чтобы Ты вел нас и чтобы Ты донес до нас самое главное, что Ты хочешь донести до нас сегодня во имя Иисуса Христа. И все сказали аминь. Аминь. Я сегодня буду проповедовать на тему «Место для Христа». Место для Христа. И как я уже говорила, я проповедую сегодня о Рождестве. И первое, что я хочу сказать, это то, что до рождения Иисуса Христа было очень много пророчеств о том, что придет Христос, придет Мессия задолго. Второе, то, что я хочу сказать, это то, что о том, что Иисус родится, непосредственно сказал Мария ангел Габриил. Бог послал ангела Габриила к Марии, которая должна стать матерью Иисуса Христа, и лично объявляя ей, что она родит Иисуса Христа. Предлагаю, чтобы мы открыли Евангелие от Луки, 1 глава, 28 стих. Евангелие от Луки, 1, 28, и мы встречаем такие слова. Ангел, войдя к ней, сказал: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословена ты между женами». Что это нам говорит сегодня? Да, много лет назад ангел посетил Марию и говорил ей такие слова. Сегодня, слава Богу, мы можем стать участниками слов, которые ангел говорит Марии. И мы сегодня должны радоваться. Каждый день жизни вообще мы должны радоваться. Но Рождество, время Рождества, это время особой радости. И мы тоже, как ангел говорит Марии, радуйся. Ангел говорит вам, ангел говорит мне сегодня, радуйся, Боже. Радуйся, центральная церковь. Радуйся, молодежь. Радуйся, дети. Мы тоже благословлена. Вот это слово благодатное, в других переводах пишется благословлена. Блажен народ, у которого Господь есть Бог. Благословен народ, у которого Господь есть Бог. То, что мы знаем Бога, то, что мы ходим с Ним, то, что мы падаем и встаем с Ним, то, что Он держит наше сердце, это делает нас благословенными людьми. И когда мы празднуем Рождество, такие вещи мы должны вспоминать, думать об этом. Я могу радоваться. Я благословена. Это время перечисляя все Божьи благословения, все Божьи действия в нашей жизни. Также Рождество напоминает нам, что Господь с нами. Вы знаете, иногда в жизни посещает чувство, якобы Господь, как будто Господа нету с нами. Но на самом деле Господь с вами, Господь с тобой. Ангел это говорит Марии, ангел это говорит нам сегодня. Слово Божие говорит вам лично, в семье, в карьере, в бизнесе. Господь с тобой, Украина. Господь с тобой, Киев. Господь с тобой, посольство Божие. Господь с тобой, семья. Господь с тобой, мужчина, женщина, ребенок. Бог с тобой. Бог никогда нас не оставляет. И также потрясающе, что ангел говорит Марии, и сегодня мы принимаем это слово, потому что будет нам по вере нашей. Мы верим в это слово, что блажена ты, то есть благословена ты между женами. И мы сегодня благословены между людьми. Мы живем среди людей, и мы благословены среди людей. Мы не ангел не говорит Марии, ты единственная благословена. Нет, ты среди людей, ты женщина, но ты благословена между, среди женами. И мы тоже, где мы находимся, если вы студент, вы благословены,
между студентами. Если вы жена, вы благословены между жен. Если вы мужчина, вы благословены между... Где вы бы ни находитесь, лежит на вас Божье благословение, и Бог подчеркивает его благословение в вашей жизни благодаря Рождеству, благодаря тому, что Иисус родится. Я предполагаю, что большинство из нас, мы знаем эту историю, поэтому в 34 стихе, Евангелие от Луки, 1 глава, 34 стих, мы встречаем такие слова. Мария же сказала ангелу, как будет это, когда я мужа не знаю. Ангел сказал ей, что она там родит Христа, и что Христос будет великим человеком. И Мария в шоке. И Мария говорит, ангел, ну, я понимаю, что ты ангел, я почитаю тебя, но какие-то непонятные дела. Как это может быть? Это же нереально, это же невозможно. Я же мужа не знаю, я же не живу половой жизнью. Вот. Я же, ну, другие переводы говорят, что я же не замужем. Но в наше время люди могут быть не замужем и грешить, вот, иметь сексуальные грехи. Но здесь она говорит, я же мужа не знаю, я мужчины не знаю, я с ними не живу, я не живу половой. Как же это будет? И вы знаете, Рождество напоминает нам сегодня, что Бог больше нашего помышления, Бог больше нашего понимания, Бог намного больше нашего знания, Бог больше нашей культуры, потому что мы все являемся частью определенной культуры, мы знаем, что должно быть, как оно должно быть сделано, и иногда Бог говорит нам совершенно странные вещи, но слава Богу за Рождество, слава Богу за пример Марии, например, таких людей мы понимаем, что Бог готов делать невероятные вещи в нашей жизни, вещи, которые глаз никогда не видела, ухо никогда не слышала, даже никогда не пришло никому в сердце, что это может быть. Вот потреть жизни со Христом. Вот. Каждый день это что-то новое. Каждый день это чудо. Каждый день это свидетельство. И когда мы празднуем Рождество, у нас две недели Рождества, потом вся христианская жизнь это Рождество. И время от времени мы должны напоминать себе, что Рождество, жизнь с Христом, это жизнь невозможности. Это снимай все стены, снимай все ограничения. Все может быть, все возможно во Христе Иисусе. Все возможно благодаря тому, что Христос родился. Жизнь появилась из невидимого. Жизнь Иисуса появилась из невидимого. Часто говорят, что не было участия мужчины в образовании Иисуса. А вчера я размышляла, это моя версия, я размышляла, что, наверное, Иисус тоже не появился от яйцеклетки Марии. Вот, вот, это, я там не видела, я ничего не видела, вот, но у меня такое убеждение, что даже и не нужна была яйцеклетка Мария. То есть жизнь появилась из ничего. У нас есть искусственное оплодотворение, но вы знаете, что это значит? Все равно яйца надо найти, все равно участие какого-то мужчины надо найти, что-то там, а здесь и мужчине не надо, и женщине не надо. Это вот такому Богу мы служим, который может создать из ничего. Поэтому, если у вас сегодня ничего нету, вы хороший кандидат. Если у вас ничего нету, как раз. Вы хороший материал для чуда. Если у вас ничего нету, как раз Рождество для вас. Потому что на Рождестве жизнь появилась от ничего. От ничего земного. Рождество и Пасха – это особое напоминание нам о необъемных, о невозможных размер Бога в нашей жизни. То есть Богу от нас ничего не надо, кроме сердца, кроме «да, Господь», кроме желания. Ему он деньги найдет, он обстоятельства создаст, он людей приведет, но что нужно? Ему нужна Мария. Ему нужно человека, который готов просто быть послушным, вот,
Ему постоянно нужен объект, ему нужен человек, который соглашается с волей Божией. Все остальное он сам найдет. Дальше, в 35 стихе мы находимся в Евангелии от Луки, 1 глава. И сейчас будем читать с 35 по 37 стих. Ангел сказал ей в ответ: «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему и рождаемое святое наречется Сыном Божиим. Вот и Елизавета, родственница твоя, называемая неплодною, и она зачала сына, и в старости своей, и ей уже 6-й месяц. Ибо у Бога не останется бессильным никакое слово». Есть другой перевод, где написано, что с Богом возможно все. Я посмотрела украинский перевод, простите за мой акцент, но там написано: «Бог для Бога немае, неможливой, жадной речи». Для Бога немае, невозможно жадной речи. Для Бога нет невозможного. Любая вещь, больше, чем то, что мы можем даже думать, для Бога можливо. С Ним можливо все. Он может все делать. Вот поэтому, когда мы празднуем Рождество, мы напоминаем себе, мы укрепляем свою веру, мы созидаем свою христианскую жизнь, мы говорим обстоятельства, мы говорим свое будущее, что абсолютно нет ничего невозможно тебе. Знаете, я сейчас проповедую, и одна песня приходит мне на ум. Может быть, старые люди вспомнят эту песню. Наш Бог, ла-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 ла. Кто-то помнит, да? Ла-ла. Ла-л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 а. Что-то: «Все возможно тебе». Кто помнит? «Все возможно тебе». Ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Все, все, абсолютно все, все возможно тебе. Вы вспомните, все, все, абсолютно все, все возможно тебе. Вот, Рождество напоминает нам, что абсолютно все возможно Богу, которому мы служим. И вы знаете, там написано 37 стих, 38, 36. 36, очень важное местописание, 36. Ангел говорит Марии: «Вот и Елизавета, родственница твоя, называемая неплодной». Не важно, как вас назвали, не важно даже, как вы себя назвали. Все вот эти клеймо, все эти названия, все эти, когда приходит Бог, они в пух и прах. Говорит: смотри на Елизавету, смотри на нее. Все назвали ее неплодной, все назвали ее неудачной, пропащей, уже все, все. Смотри на нее. Та, которая назвали неплодной, уже 6 месяцев беременна. Кто-то меня слышит сегодня? Найдите сферу своей жизни, где вас назвали неудачником. Найдите сферу своей жизни, где назвали вас бесплодной. И говорите себе: тот, который назвал бесплодной, уже 6 месяцев, 2 трети, осталось 3 месяца, и все. Это все благодаря Рождеству. Это все благодаря Пасхе. Это все благодаря силе Божией, которая действует в нас. Поэтому хай, пусть говорят, да, как говорится, пусть называют, как знают. Пусть называют, как понимают. Но всегда говорите себе: та, которая назвали неплодной, уже 6 месяцев беременной. Найдите свою 6-месячную беременность.
найдите свою шестимесячную беременность во все сферы своей жизни. Найдите, увидите свою шестимесячную беременность. Потому что та, которая названа неплодной, уже забеременела. Все. Уже забеременела. Я пророчествую, что вы есть духовное зачатие во все сферы вашей жизни. Тот, который назвали бедный, о Боже, Киралабасеторолабахиндарамашия, та, которую назвали неудачная, уже Калубасакалабаба, осталось 3 месяца. Чтобы проявилась полноту, что она перешла Иерихон, что она перешла Иордан, что она перешла в новое качество. Потому что Христос родился, и это все вокруг рождения Иисуса Христа. 38 стих. Мария сказала, тогда Мария сказала, ладно, вот я больше не буду спорить с тобой. Се раба Господня, да будет мне по слову твоему. Другой перевод, Мария сказала, я слуга Господа, пусть будется со мной, что ты сказал. Другой, по-моему, это радостная весть, говорит так, я во власти Господа, ответила Мария. Вот. Я говорила раньше, что Богу нужно? Желаемое сердце, сердце, которое отдает, сердце, которое может говорить, я раба Господа. Пусть делает со мной, что он хочет. Рождество приходит, чтобы напоминать мне, чтобы напоминать вам, что мы себе не принадлежим, что мы рабы Господа, что мы все во власти Господа, что мы слуга Господа. А что такое быть рабой? Что такое быть слугой? Это значит, пусть будется, да исполнится Писание. Пусть будется со мной, что ты сказал. Да будет мне по слову твоему. Слово, которое я не понимаю. Слово, которое выше мне. Как, я не понимаю, но хай будет. Пусть будет в моей жизни все то, что Бог хочет. Сердце, которое не сражается с Богом, сердце, которое не дебатируется с Богом, сердце, которое не мешает Богу, сердце, которое может отдаться полностью Богу, да будет мне по слову Твоему. Рождество приходит, чтобы напоминать нам о полном отдаче, о полном смирении к воле Божьей. Это когда мы отдаем, я помню, было время в моей жизни, может быть, 7 лет, может быть, 10 лет назад, когда я контролировала. Вот, я контролировала свою жизнь, я Богу сказала, этого я хочу, это не хочу. Вот. Но пришло время, когда я сказала, Бог, хватит. Вот. Потому что вот это, Бог тебе уговаривает, вот это по чуть-чуть вперед, чуть-чуть назад, чуть-чуть один шаг вперед, потом 2 шага назад, потом с Богом, это не хочу, хочу, может быть так, может быть не так. Потом пришла мне, говорит, Господь, хватит. Я твоя. Сделай со мной, что хочешь. Я уже себе не принадлежу. Вот. Скажешь, пойти вперед, пойду вперед. Пойди, скажешь, сиди на место, мне еще лучше. Как скажешь? Один капитан корабли моей жизни. И вы знаете, моя жизнь изменилась. Я стала другой человек. Я наслаждаюсь жизнью, потому что Бог ведет меня, и я с Ним не спорю. И поэтому Рождество напоминает нам о полном смирении к воле Божией, потому что воля Божия лучше и намного больше того, что мы даже представляем в своей жизни. От Луки, 2 глава, 1 и 7 стих, и в принципе это и есть моя проповедь сегодня. Но я вам обещаю, мы не задерживаемся, сегодня праздник, я хороший человек. От Луки, 2 глава, с 1 по 7 стих. Ну, я даже не буду зачитать, может быть вам выводят на экране, но я вам скажу. В это время произвело перепись населения. И Иосиф, муж Мария, должен был поехать в Вифлеем, чтобы участвовать в этом переписи. Это закон, это приказ, это обязательный. Вот. И пока они там были, пришло время роди Мария. Вот. И искали везде место.
но не могли найти. И седьмой стих мы считаем, что «И родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли». Почему в ясли? Потому что не было им места в гостинице. Представьте себе, вот это просто... Иисус вообще-то пришел спасать нас. Иисус вообще пришел для нас, но не нашлось места. Иосиф бегал. Понятно, что Мария уже не могла бегать. Да? Иосиф бегал, просил, у меня жена рождается, ну, пожалуйста, уголко давайте. Там это... Нет, 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 нет. Не было места. Не было места Богу, который пришел спасать нас. Не было места человеку, который пришел улучшить наши жизни. И вы думаете, что ситуация изменилась? Нет. Сегодня тоже живут многие, у кого нет места для Иисуса. Они заняты. Все место занято. Заняты своим комфортом, заняты своим менталитетом, заняты своим ведением дела и не могли найти место для Иисуса. Я верю, что это обстоятельство было в жизни Иисуса Христа и написано для нас, чтобы предупреждать нас о опасности не находить место для Иисуса. Иисус, который пришел, написано, что я пришел, чтобы вы имели жизнь. Я пришел, чтобы вы имели жизнь с избытком. Пустите мне, пустите меня в себе, я дам жизнь. Я улучшу, я не оставлю места хуже, чем я туда прихожу. Я улучшу, я всегда оставляю место лучше, чем я, ну, пришел туда. Нам надо задуматься сегодня. Находить ли Иисус место в нашей жизни? Находит ли Иисус место в нашем расписании? Находит ли Иисус место в наших целях? Потому что пока мы его не пустим, он не сможет спасать нас. Мы говорим молитва покаяния, что это значит? Иисус, войди, разрешаю тебя. Пока мы не найдем места для Него, мы долго будем стоять на одном месте. Представьте, мы обычно сострадательны беременным женщинам. Мы обычно сострадательны к новорожденным детям. А представьте, к Марии, к новому Иисусу, все-таки не могли найти места. Представьте, в таком жестоком мире мы живем. Представьте, как дьявол противостоит тому новому, который Бог хочет делать в нашей жизни. Я думала об этом, Господи, неужели для новорожденного, для человека в родах не нашло места? Да, не нашло места. Но да, не будет так среди нас. Давайте будем трудиться с вами, чтобы в нашем поколении меньше была та случай, когда они находили место для Иисуса. Слава Богу за те, которые делали все, чтобы люди знали, что у нас сегодня елку, и люди пришли сюда. Это еще не все, но это начало. Это начало знакомства с Богом. Иисус всегда найдет запасной вариант. Видите, написано, что она положила его в ясли, потому что не было места в гостинице. То есть Бог, ну, всегда найдет другой выход. Но это мы теряем. Это мы теряем. Он всемогущий. Иисус пошел к животным. Понимаете? С людьми никак не могли найти места. Но зато среди овец нашел место. Это похоже на пир. Иисус говорил об одном притче. Он говорит, что один человек приготовил пир и пригласил важных людей, пригласил богатых людей, пригласил образованных людей. Но все нашли причину не приходить. Кто женился, кто пол, кто просто не хотел. Тогда этот человек говорит, идите по улицам, идите везде, приглашайте менее крутых, приглашайте те, которые меньше знают,
чтобы мой дом был полным. Бог всегда найдет альтернатив. Иисус всегда найдет альтернатив. Но что будет с нами? Это же мы пропускаем. Я сегодня смотрю на служение, я смотрю люди, которые делали объявления, люди, которые говорят о десятине. Бог всегда найдет людей. Давайте мы своего шанса не пропустим. Давайте мы свое время не пропустим. Божьи дела продолжатся. С нами или без нас. Но лучше, чтобы было с нами. Поэтому Иисус пришел спасать нас. Давайте найдем место для Него в наше сердце. И я предлагаю нам встать сейчас и помолиться, и переосвящать себе Богу. Особенно на этот период Рождества, на этот период Новый год, что Иисус, войди в мое сердце. Иисус, ты самый главный в моей жизни. Иисус, я даю тебе место. Я даю тебе предпочтение. Я никто без тебя. Я не представляю мою жизнь для тебя. У меня нет спасения без тебя. У меня нет исцеления без тебя. У меня нет будущего без тебя, Господь. Спаси меня.